В Подмосковье обнаружена квартира пособников-смертниц, взорвавших себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». По версии ФСБ и МВД России, квартира Воденцова была базой террористов. Здесь силовики обнаружили взрывчатку мощностью более 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Соседи рассказывают, что часто видели человека, признанного пособником-смертниц. Им оказался 22-летний житель Хасавюртовского района Дагестана Ахмед Рабаданов. По версии следствия, он сопровождал смертниц по пути из Дагестана в Москву. В конце апреля в ходе спецоперации Рабаданов был убит.